Взгляните на эту простую строчку кода. Вы точно знаете, что в ней происходит, верно? Создадим новую константу x, зададим ей значение 5. Ничего особенного тут нет. Вот другая строчка кода. Создадим новую константу y, зададим ей значение, которое возвращает функция getAnswer. Теперь представьте, что getAnswer это на самом деле невероятно сложная функция с миллионом строчек кода и требуется 12 лет для ее вычисления. Насколько отличаются эти строчки? Ну, оказывается, в информатике более важный и полезный вопрос, насколько они схожи. И ответ, конечно же, как это обычно бывает, все относительно. Если вы рассуждаете о том, что действительно буквально происходит, они вообще не похожи друг на друга. Одна устанавливает числовое значение, другая вызывает какую-то функцию. А мы уже хорошо знаем и понимаем, что это разные вещи. Мы знакомы с функциями, аргументами и всем, что связано с функциями. Но... Иногда полезно оперировать другими понятиями, на другом уровне. Конечно, бегать и лететь на самолете – это очень разные виды активности, но на определенном уровне они подобны, и та и другая подразумевают передвижение из одной точки в другую. Эти две строчки подобны, потому что справа от знака «равно» в обоих случаях находится выражение. Выражение – это фрагмент кода, который превращается в значение, другими словами, становится значением. Да, я знаю, 5 – это уже значение, но для интерпретатора JavaScript это выражение, которое превращается в значение 5. Другое выражение, которое превращается в значение 5, это, например, 2 плюс 3. Вызов функции getAnswer — это тоже выражение, потому что функция что-то возвращает. Этот вызов будет заменен на значение, которое она возвращает. Другими словами, вызов функции превратится в значение, поэтому он является выражением. JavaScript различает выражения и инструкции. Инструкция — это команда, действие. Помните условия с if, циклы с while и for? Все это инструкции, потому что они только производят и контролируют действия, но не становятся значениями. Это что, какие-то мутные технические термины из учебников? Может так показаться, но в реальности очень важно понимать и видеть разницу между выражениями и инструкциями. Это помогает правильно понимать процесс вычисления и выполнения программы. Посмотрите на этот пример. Это выражение состоит из нескольких подвыражений. Первое ⁇ 12. Выражается в значении 12. Следующее состоит из множества подвыражений. 7 выражается в 7, 5 выражается в 5, 7 плюс 5 выражается в 12 и square 12 выражается в 144. К этому моменту в процессе JavaScript видит такую картинку. Это еще не конец, остались необработанные выражения. Это будет продолжаться, пока все выражение не превратится в единое значение. Square of square of 2 решается таким образом. 2 выражается в 2, square 2 выражается в 4 и square 4 выражается в 16. Давайте заглянем в мозг интерпретатора снова. Все внутренние выражения решены, так что теперь происходит сложение в два шага. Теперь решено все выражение. Кстати, оператор сложения имеет левую ассоциативность. Это значит, что в случае с составными сложениями, вроде как здесь, процесс пойдет слева направо. Вот почему мы вначале видим 12 плюс 144, а потом 156 плюс 16. Вы не можете ставить инструкции там, где должны быть выражения. Например, передача инструкции const как аргумента функции приведет к ошибке, как и попытка присвоить инструкцию if переменной. Подобное просто не имеет смысла в этом языке, потому что в таких случаях предполагаются только выражения. Зная такие вещи, вы скоро обретете две важные суперспособности. Первое. Вы будете способны замечать, что большая часть кода, даже та функция из миллиона строк на 12 лет, это просто горсть безделушек, которые становятся значениями. И второе, вы будете способны замечать, что иногда код просто не будет работать, потому что не имеет смысла в контексте выражений и инструкций.